Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как я солю красную рыбу. У меня лосось. Прежде всего, нужно очистить от чешуи, вытащить все кости. Рыбу мы употребляем в сыром виде, поэтому обезопасить себя нужно предварительно ее заморозить. Рыбу обернуть пищевой пленкой и отправить в морозильник на 2 дня. И только далее с ней можно работать. Для засолки рыбы нам потребуется на килограмм филе 2 столовые ложки соли и 1 столовая ложка сахара без корки. Черный перец молотый по желанию. Смешиваем. Возьмем какую-то емкость. Присыпем немного. Выкладываем сюда рыбку и оставшимся солью, сахаром посыпаем вверх. Закрываем крышкой и оставляем в холодильнике на сутки. Рыбка простояла сутки, вот на дне образовалась жидкость, ее нужно обязательно слить.